Здрасте, здрасте, всем привет. Здрасте, да. Ну, как обычно, легкий эфирчик, так сказать, в середине дня, чтобы время прошло незаметно. Да, здрасте, здрасте, всем привет. Ну что, вчера посмотрели, нет? У меня жена смотрела. Тот редкий случай, когда она смотрела. Она, в принципе, ну так, не особо смотрит мои фильмы. Вот. И как бы вы же понимаете, да, что я для нее там не актер, а муж. Вот. Но тем не менее, вчера она что-то сидела там, какие-то вопросы там решала, там что-то там. Пыталась зарегистрироваться на госуслугах. Это я с первого раза зарегистрировался. Я крутой. Вот. Она так и не смогла этого сделать. Пришлось поехать сегодня в мои документы и получить там новый код на регистрацию, на внесение там данных и так далее, и так далее. Короче, страшное дело вся эта электронная история, страшное дело. Потому что вот я на госуслугах зарегистрировался, а на МОЗ, на МОЗ.ру я как бы там, ну, попытки с десятой, наверное. С десятой попытки. И самое интересное, что я и зайти не могу. То есть я практически постоянно вбиваю свой там логин-пароль, и мне все равно приходится просить, чтобы мне прислали новый логин-пароль, потому что как бы, ну, то, что я пишу, в результате не действует, не работает. Не работает. Это жесть какая-то. Ну, неважно. Вчера она посмотрела, значит, пришла уже где-то в районе 11 часов и говорит: слушай, Батурин, ну это как бы особо любя когда, да? Она говорит: Батурин, слушай, чем эта вся тягомотина закончится? Ну нельзя, говорит, людям столько нервную систему, как говорится, это, трепать. Ну уже, говорит, там пора бы уже, чтобы это все уже как-то это. Чем закончится? Я говорю: иди, женщина, и смотри. Пошла, посмотрела. Пришла, говорит, такая, ну, говорит, хороший фильм. Ну, говорит, там, один, там, максимум два раза посмотреть. Она у меня такая жестокая дамочка в этом плане. Вот. Очень строгий мой, как говорится, кинокритик. Послушайте, ну, вот у нас в Москве, например, да, практически все услуги государственные, там, оформление каких-то там документов и так далее, и так далее, все записи, все какие-то вот эти вот нюансы, там, оформление детей в школу, в садик, получение там пенсии, получение там каких-то льгот, каких-то там пособий, там, да, даже чтобы ребенка записать на какие-нибудь там, ну, кружки, на какие-нибудь там занятия и так далее, и так далее, это все сейчас у нас делается в электронном виде. То есть это какая-то часть из них через госуслуги оформляется, какая-то часть оформляется там через МОЗ.ру, например, да, как бы московский портал, или через, например, МОЗ.ру, ну, то есть Московская область и так далее. Все зависит от того, кто где как бы учится, находится и тому подобное. У нас уже существуют уже электронные медицинские книжки, то есть всю информацию о себе вы можете просто-напросто открыть свою электронную медицинскую книжку, и там будет все ваши там последние анализы, там заключение врачей, там выписки и так далее, и так далее. Мы уходим в такой вот электронный бумажный оборот как бы каких-то таких вещей. Ну, то есть, например, для того, чтобы мне ребенка записать какой-нибудь там кружок, допустим, танцев, да, мне нужно зайти там через МОЗ.ру, потому что он бесплатный, это бесплатный кружок. Все бесплатные услуги, которые оказываются там, да, в том числе там для развития детей, ты должен зайти и зарегистрироваться на электронном портале специальном. Так что, вот такие дела. Винница, привет, да, видел. А фильм какой? Ну, «Обманутые надежды». Вчера было по каналу «Домашний» в 7 часов вечера. Здрасте, здрасте. В общем, проблематична эта вся история с этими электронными документами. Ну, как бы вот, это мы-то, в принципе, еще более-менее шарим, да? Может, у молодежи это и полегче, ну, как бы, проходит. Но у нас с женой раз через раз, так сказать. Иногда пролетаем, иногда приходится по новой все там делать.
Кавказ, привет, да, здрасте. Зачем вы чихаете? В смысле зачем? В носу чешется, чихая. Это природой, природой такой рефлекс установлен. Зачем я чихаю? Что за вопросы? Будьте здоровы, спасибо большое. Юра, почитала сегодня день рождения Захарова, вечно... Ну, да, да, такое дело, да. Ну, что ж, как говорится, уже когда день рождения, то такое, знаете, уже, так сказать. Просто там напоминает, что в этот день там родился такой-то и такой-то человек. Пинск, привет, Краснодар, здрасте, Ульяновск, туда же. Здрасте, здрасте всем. Вот, так что вот так вот. Ну, в общем, короче, жена оценила на 4 с плюсом. Это высокая оценка в ее глазах. Вот. На 4 с плюсом оценила картину. Добрый день, здрасте. Поменял прическу? Здрасте. Уже неделю хожу стриженный. Стриженный, как хотите это называйте. Ну да, вот я говорю, тоже домашнее там, контроль ребенка там за школой, есть электронный дневник, то есть можно зайти и посмотреть, какие предметы у ребенка, какие оценки стоят, домашнее задание, например, посмотреть там, да, вот, как, что куда задали. Ну то есть, вот это вот все, с одной стороны, это все удобно. Вопрос в том, чтобы как бы зарегистрироваться, это крайне тяжело. Там просто какое-то невероятное количество документов нужно внести туда, своих там, да? Там паспорт, свидетельство о рождении, своего ребенка, жены, свидетельство о браке. В общем, короче, все документы, какие есть, вот, нужно туда вносить. И самое тяжелое, это потом туда войти. Я понимаю, если бы я там один раз ввел бы там пароль, допустим, логин, да? А дальше бы у меня был какой-нибудь свой личный пин-код, там, допустим, как в кредитной карте. Когда я захожу, да, допустим, вот, и все, каждый раз приходится логин, пароль вводить. Это все не работает, это все слетает и так далее, и так далее. Нагрузка очень большая на этот бумажный, как бы, электронный оборот, вот, очень высокая. Там сервера падают, еще что-то там и так далее. Ну, жесть какая-то, жесть. Конечно, я понимаю, что не все сразу, но в течение уже, допустим, там полутора лет такая фигня происходит. Ну, как бы это крайне неудобно. Крайне неудобно. Что-то, что сегодня как из 90-х? В смысле из 90-х? Прическа у меня такая короткая. Из 90-х это если бы я на лысо постригся, наверное. Не? Вот. Да, так что вот как бы с одной стороны ты понимаешь, что в этом есть как бы своя прелесть, но если бы это все работало, как говорится, как часы, ну у меня во всяком случае не это, ну не всегда получается. В яку мы режу сайт? Какую мы режу сайт? Не понял. Ну сайт это официальный сайт мэрии Москвы. Мос.ру называется, услуги там все как бы и так далее. Все в одном месте, все можно в одном месте. Там половину можно сразу оформить, половину там записаться, допустим, прийти какие-нибудь там органы, как бы, в которых ты там получишь уже на руки там какие-то документы. Ну я, например, могу так сказать, что разрешение на все оружие, какое у меня есть, я получил с телефона. То есть я получил с телефона, я только пришел в какой-то момент в милицию, принес, как бы показал свои стволы, они их посмотрели, записали и выдали мне просто-напросто там типа, ну там карточку там охотника там и карточку там владельца там огнестрельного оружия. Все. Все я реально сделал в телефоне, никаких очередей, ничего. Я там как сходил, там получил справку там, к психологу, к наркологу там, и так далее. Заключение терапевта, наркодиспансер, там тоже. Все это сфотографировал, все это туда как бы сразу отправил, внес все данные туда-сюда. Очень просто на самом деле, просто. Мне прям очень понравилось. Но сейчас как бы хромает вся эта история, очень сильно хромает. Может быть, просто потому, что огромное количество людей как бы в это входит, и сервера не выдерживают, ложатся. Черт его знает, не знаю. У меня оружие есть, конечно. Блин, опять у меня начал этот греметь. Надо к пацанам заехать. Как дела с антителами? Да никак, откуда я знаю. Но я сдал анализ, показалось, что нет. Сегодня позвонили, сказали 16 числа на ревакцинацию. Я им сказал, пришел. Вот, ну, в смысле, я им сказал, что говорю, я говорю, может, и не приду, у меня нету антител, я сдал анализы и так далее. Они мне сказали, слушайте, вы начали эту историю, закончите, потому что неизвестно, как у вас организм на это все реагирует. Может, у вас, говорит, сегодня, говорит, нет антител, а завтра они у вас появятся.
Вот. Ну, в таком как бы смысле. Ну, наверное, в этом есть. Надо, конечно, дела какие-то доводить. Даже если ты понимаешь, что, ну, как бы уже смысл. Ну, по-хорошему, хвосты как бы надо, ну, до конца. В смысле, чтобы не оставались хвосты, дела нужно доводить до конца, не бросать. Поэтому пойду на ревакцинацию, там, 16 числа. Экранизация по сюжету какой книги вы хотели принять участие? Да слушайте, огромное количество. Я бы хотел бы «Мастера Маргариту», допустим, там. Я хотел бы сыграть Коровьего, да. Вот. Я бы хотел там много чего. Там Тармашева, Сергея Тармашева, произведения есть. Но у него там они такие. Фантастика такая, как бы, но тем не менее очень интересно. Я бы во многих, вот как раз по произведениям каких-то книг бы, я бы с удовольствием, будь то исторические какие-то, будь то классическая литература, с удовольствием. Это очень интересно. Воплощение. Воплощение как бы или исторического персонажа, или художественного персонажа, литературного. Это для актера такая, знаете, такое испытание, и это такой интересный процесс. Вот. Спасибо. Какая машина у меня? Корейская. Вот. Почему именно Коровьев? Не знаю. Я хотел бы Коровьева сыграть. Почему-то мне этот образ всегда нравился, Коровьева. Ироничный, очень даже такой, до такого откровенного цинизма. Очень в то же время такой с черным юмором, очень такой философский. И Коровьев же, он же рыцарь, он же фиолетовый рыцарь. Вот, то есть он как бы, ну там, в свите Воланда, он там один из таких довольно-таки важных персонажей. Вот. Не знаю, почему-то мне вот Коровьев всегда нравился. Я, конечно, мог бы и Воланда сыграть. Тем более, что Воланд-то был в возрасте примерно моем. Вот. Это с чего-то его взяли в экранизации делать каким-то таким старым дядькой. Вот. Хотя на самом деле-то Воланду там, как там его описывает сам Булгаков, шатен 46-48 лет, там какой-то там наружности и так далее. Но возраст я точно помню. Возраст мой. Один глаз карий, другой зеленый. Что-то там еще такое. Ну, но почему-то все как бы там считают, что он там должен быть какой-то старик. Ну, типа как там Басилашвили, там, когда в последнем там, да, что-то играл. Но. Хотя на самом деле нет. Воланд не может быть стариком. Он импозантный мужчина в полном расцвете сил. И я так понимаю, не первое тысячелетие он в таком, как бы, ну, в смысле, физической форме. А, название машины. Вы, наверное, имеете марку автомобиля. Вот. У меня марка автомобиля Hyundai Santa Fe. Последний который. Спасибо большое. Вылитый Волан. Да прямо вообще, как это, не то слово. Вот. Ну, проезжай давай, проезжай. Сидишь, блин. Морду, блин, это, кирпичом. Стою, блин, это, еду, включил поворот, хоть бы что. Так. Менять машину не хотите? Да это новая, этой-то машине-то 2 года, вон пробег 50 тысяч. Че ее менять-то? Я на ней еще не наездился. В черную магию верите? Я верю в магию как таковую вообще. В черную или белую, это все зависит от человека. Вот. Это да. А Воланда сыграть? Да не, наверное, Воланда бы не хотел. Есть актеры да получше, чем как бы, кто могли бы Воланда сыграть. Ну или у кого амбиции повыше. У меня как бы с этим все в порядке, не страдаю так особо. Вот, я вот, как говорится, лучше, знаете, как говорится, лучше сделать хорошо Воланда, в смысле, Коровьего лучше сделать на отлично, чем просто там, скажем так, неплохо сделать Воланда. Потому что к Воланду как раз-то, если будешь играть такую роль, претензий будет вагон и маленькая тележка, да, вот. А Коровьев, ну, такое, знаете, как говорится, тут 50-50, но в целом Коровьева никто не воплотил. Даже покойный Абдулов, который его играл, он не воплотил как бы так прям на 100% его. Хотя был очень близок, как вот по мне, близок, да. Ну, как бы на то он и Абдулов. Да, роль Коровьева подойдет. Мне такие еще усики, очки с треснутым стеклом.
кепочку, поверьте мне, я примерял. Внешне, очень как бы вот можно влезть в эту шкуру. Другое дело сыграть. Нет, я не утеплился, это легкая ветровка просто-напросто, водолазка обычная и легкая ветровка. На улице 17 градусов. Просто обещали как бы дождь, поэтому я, так сказать, надел такую куртяшечку на всякий пожарный. Да. Штаны, кепочка там у него, да, там. Ну, там все клетчатое, есть такой. Я, как говорится, говорю, примерял этот образ. В чужом краю интересный фильм, в котором снимались. Ну да, что, неплохой. Такой, как говорится. Как сказала моя жена сегодня, говорит, один раз посмотреть, говорит, очень даже ничего. Извините, такие ребята есть, удивляешься иногда. Вот станет на машине, как будто вот он один в Москве живет. Других слов нет. Так, у нас в Крыму что, дождей нет, водопад даже пересох? Ну, бывает что-то. Я так понял, там такая засуха раз в 150 лет такая была, по-моему, да? Ничего, сейчас все построят. Сейчас там выделили деньги. Сейчас водозаборы, опреснители будут строить и так далее. Будет все там нормально в Крыму с водой, поверьте. Вот. Скважин сейчас новых нарежут. Там много там как бы что делать собирается. Большие очень деньги выделили. Слушайте, кабель по дну моря электрический проложили. Мостяку построили такую, что мама дорогая там... Вот. Вы думаете, с водой не решат вопрос? Да все с водой решат. Все будет хорошо. Вот. Вы еще потом Украине спасибо скажете, что она вам воду перекрыла. Потому что в конце концов будете иметь не из Днепра там эти стоки, там, понимаете, которые там чистить, перечистить невозможно было. Вот, все говно к вам стекалось. Будете иметь свою чистую воду, нормальную, будут у вас свои водозаборы, опреснители. Не сразу, но будет, понимаете. Как говорится, лучше потерпеть, но иметь потом свое, чем от кого-то потом зависеть. Так что давайте, возьмите в руки, вы крымчане в конце концов. Вот, вы ребята крепкие, молодцы. Вот. Том Хэнкса из Кода да Винчи? Нет, не думаю. Я люблю очень как бы вот Тома Хэнкса, он один из лучших актеров современности, это бесспорно. Вот, и Дэна Брауна я, в принципе, как не поклонник прямо, но всегда с удовольствием читаю. Вот. Так что так. Почему вас не берут играть в сказки? Не знаю, потому что, наверное, сказки особо-то не снимают, их как бы очень мало же снимают. Так, здрасте всем, эфирчик бальзам. Да, главное, чтобы это был крепленый бальзам, такой, знаете, хороший бальзам. Вот, в «Игре престолов», да, я бы снялся с удовольствием, я бы мизинца хотел сыграть. Ну, вот этого, который там владел публичным домом, и который там для всех был такой, знаете, хороший-хороший и так далее. Вот. Вот это мне очень роль понравилась. Я без претензий как бы там на Старков там кого-то, а вот мизинца я бы сыграл с удовольствием. Такой прям персонаж нейтральный, он такой, знаете, ни туда, ни сюда, не отрицательный, не положительный. Он такой вот нейтральный, в зависимости от ситуации он проявлял те или иные качества. Прям очень мне понравилась роль. Отличный актер сыграл. И персонаж очень интересный. Всем хорошего дня. Да, спасибо. В городе вспышка гепатита А цыгане принесли. Вот что с ними делать? Ну, лечиться, наверное, да. Цыгане как бы, ну что, ну такие люди, что ж с ними делать-то? Вот. Не знаю, что с ними делать, если честно. Вот. Ну, во всяком случае, не то, что Гитлер с ними делал. Я считаю, это как бы, ну, реально несправедливо и неправильно. Все нации, все люди должны существовать, потому что, как бы, ну, это промысел Божий. Не от нас это зависит, и не нам решать. Там, да, кто должен жить, кто не должен. Ну, как бы это, если так, из гуманных целей исходить. Вот. Потому что и у цыган же, опять же, такие тех же, есть же чему поучиться. И по материнской линии у меня прадед вообще цыган.
Так что вы как бы понимаете, да? Я ничего не могу сказать против цыган. Нет, то, что их прививать надо, мыть почаще, причесывать как бы, да? Вот. И как бы так вот, да, наверное, надо. Но, потому что цыгане разные есть, да? Есть как бы цыгане, которые там народные артисты Советского Союза, там и Российской Федерации, понимаете? А есть цыгане, которые наркоту продают там детям. Вот. Ну, так это же не только цыгане, понимаете? Есть же еще как бы других национальностей, таких же. Полным-полно. Так что вернуть их в Молдавию. Ну а чем молдаване-то чем молдаване-то заслужили это? Давайте уж тогда вернем их просто сразу в Индию, на историческую родину. Что там Молдавия там, да, или Румыния? Я предлагаю всех там румынов и всех цыганов вернуть обратно в Индию. Юрка, на цыгана глаз заблестел. Ну, так гены, наверное, какая, как бы что-то есть в генетической цепочке, да. Вот. Здрасте, здрасте. Где ваши черные глаза цыганские? Кто вам сказал, что у цыган черные глаза? Вы поедете вон, посмотрите там в Шотландию, в Ирландию цыгане. Посмотрите, какие. Там они есть и блондины голубоглазые цыгане. Цыгане разные, как и все люди. Понимаете, вот в чем дело. Вы же, как сказать, категориями такими, знаете, ограниченными размышляете, что если цыган, то должен быть смуглый, курчавый, там черноокий. Да ничего подобного. Посмотрите там на ирландских цыган, да, вот и так далее. И там разные есть. Вот Чарли Чаплин, например, он тоже ирландский цыган. Он не еврей, как оказалось, понимаете? Вот. Он просто как бы стеснялся того, что он цыган, и всем говорил, что он еврей. На самом деле это известный абсолютно факт. Он не еврей, Чарли Чаплин, а цыган. Вот. Ирландский цыган. Вот и все. Не боюсь играть такие сезоны, как его. Я Ивана Грозного не играл. Я написал проект «Иван Грозный» называется. А играю я там воеводу Михаила Воротынского. Такой персонаж исторических времен Ивана Грозного существовал. Роль у меня небольшая, к сожалению. Но проект масштабный, очень красивый, очень снято. Великолепный актерский состав. Великолепный просто. И вот самое интересное, вот те даже актеры, которые... такие, как я, которые уже намазолили уже всем, что называется, глаза, вот, да, там, они прямо в необычной роли, в необычном амплуа, с потрясающим гримом и костюмом, которых даже не сразу узнаешь, кто это, понимаете, вот. Это, я думаю, что есть смысл, в принципе, посмотреть просто, ну, как бы, потому что, правда, там очень круто, очень. Но если я на звучании там обалдел, то... Поверьте мне. Прадед, значит, вы на 1/8 цыган. Ну, наверное, я не считаю. Я, в принципе, и как я про себя говорю, я русский украинского происхождения. Этого достаточно. Русский украинского происхождения, потому что я живу в России. Если бы я жил на Украине, я бы был, наверное, украинец русского происхождения. Ну, надеюсь, как бы, чтобы меня в концлагере бы за это не сгноили. Ой, да. Очень мне понравились некоторые комментарии в личном сообщении по поводу моего прошлого эфира, где я рассказал о, как бы, ну, там, концепции США, там, по поводу, там, ну, там, мировой гегемонии, там, и ближайшей войны, вот. А, там кто-то сказал, что типа, вот они там со всего мира съехались, как они будут там воевать там против своей исторической родины. Послушайте, мозги сворачивают очень быстро на самом деле, да. Если человек как бы ведет пассивный образ мышления, то, в принципе, ну, в башку вложить ему какую-то информацию необходимую там, да, в целом, очень легко и просто. Потом они там в нескольких поколениях там назад, понимаете, они уже, в принципе, американцы, они выросли в этой культуре и так далее. И там, где им рассказывают, что они как бы, ну, особенные, да, в том, что как бы, ну, они там самые умные, самые сильные, самые-самые там во всем, понимаете. В результате это немножко, конечно, подсносит башню в целом человеку. Поэтому вполне возможно. Ведь вопрос же в том, что причина войны, что им вложить в голову, ради чего? Потому что просто ради как бы какой-то такой, знаете, ну, ненужной абсолютно никому идеи, никто воевать не будет уже, да? Вот.
Поэтому там или деньгами, или как бы в том числе там к деньгам там какая-нибудь хорошая там национальная идея, типа там за демократию во всем мире, да, там за великую там Америку и тому подобное. Поэтому это все как бы легко делается. На сегодняшний день такие технологии, что они позволяют с подсознанием и сознанием человека сделать такие чудеса, что вы жрать будете друг друга и считать, что это в принципе нормально как бы, да, то есть покойников не закапывать, а просто их съедать. Ну что мясу пропадать, белку там, там жирам и так далее. Вполне возможно, поверьте мне. Это как бы вот, это буквально там вопрос там нескольких десятилетий и там одного-двух поколений, понимаете? И нам кладбища будут не нужны. Мы все будем жрать, как говорится, своих там родных и близких, которые там умерли. Это вполне серьезно. Я сейчас не шучу. Как бы это сделать возможно. А что касается начать войну против другого там народа, как бы, да, то это как бы даже и стараться-то особо не нужно. Вот им. Так что вполне возможно. Другое дело, что понятно, что там тоже есть люди, которые как бы против этих всех вещей, да, которые там, скажем, думающие, разумные и понимающие, что это для всех плохо закончится. Ну так большинство же думает, что они же как бы победят, ну в смысле, что все будет хорошо, они же самое-самое, да. Поэтому вполне может быть, я говорю, что если в ближайшие 10 лет не начнется мировая война, в которой Америка будет воевать, услышьте меня, воевать чужими руками, чужими, не сама. Она может участвовать там какими-нибудь специалистами, оружием, финансовыми, там какой-нибудь там поддержкой, там, грубо говоря, там космических сил, там, может быть авиации и так далее. Мясо пушечное будут не американцы. Не американцы. Есть полно. Есть для этого грузины, есть для этого там турки, есть для этого там поляки, украинцы там есть, прибалты там есть, там румыны, болгары, как бы, да, для этого есть. Пушечное мясо есть, которое они бросят против нас. Вот понимаете, в надежде на то, что мы не будем по ним стрелять, потому что, а, одни из них для нас братья, хоть они так сейчас и не считают. Б. Другие для нас просто-напросто люди такие же, как и мы, славяне. А третьи для нас это те, кто были с нами в Советском Союзе. И вроде бы мы как бы в каком-то смысле, ну, типа, имеем комплекс по отношению к тем, что мы же были, типа, все там как бы в одном доме жили. Как мы сейчас можем друг друга убивать? Вот в чем дело. Но они не учитывают другую вещь, что растет другое поколение, в том числе и в России, которое, в принципе, лишены этого комплекса неполноценности по отношению как бы к вот этим всем товарищам. И то есть война как бы будет вполне. Понятно, что среди тех народов есть люди, которые будут и в том числе на нашей стороне. Там та же самая Прибалтика, она там на сегодняшний день на треть состоит из русскоязычного населения и так далее. И недаром там в Прибалтику сейчас нагнали кучу войск, там американских там и так далее, которые будут выполнять полицейские функции. То есть в случае с какой-нибудь там конфликтной ситуацией с Россией, вот, русскоязычное население во всей Восточной Европе, скорее всего, будет отправлено в какие-нибудь, так скажем, лагеря. Ну, как бы, чтобы обезопасить себя от внутренних врагов там. И, ну, то есть они себя хотят обезопасить от внутренних врагов. Русских прибалтов-то точно всех в какие-нибудь лагеря отправят. Вот, потому что, ну, понятно, что это как бы, да, там, пророссийские силы на территории Прибалтики. Вот и все. Смотрите реально на вещи, смотрите, потому что, когда вы будете понимать то, что происходит в мире, да, не питать иллюзии, а трезво оценивать ситуацию и допускать возможность событий, то, значит, у вас есть время подготовиться, собраться и принять какие-то, собственно говоря, меры адекватные. Такие, как, скажем, подготовиться самому или, скажем, там как бы подготовить свою семью к тем событиям, которые случатся не завтра, это точно абсолютно, а там через там, лет, там, я думаю, 10 точно случатся. Вот, так что так. Все, я всех обнял, всем всего хорошего. Будьте здоровы, берегите себя, носите маски, держите дистанцию. И мойте руки. Так что так вот. Ну, японцев они в лагеря отправляли. Да, это были не концлагеря, это были просто лагеря. Да, ты прав. Слушай, молодой парень очень много всего знает. Молодец. Когда такие ребята есть, как говорится, есть надежда о том, что все будет хорошо. Все, всех обнял, будьте здоровы. И до скорой встречи.